Здравствуйте, в эфире программа «Психолог и я», и я ее ведущая Людмила Швайбович. Сегодня мы поговорим на тему «Эволюция сознания». Как же мы развиваемся? Кто будет выживать в дальнейшем? Выживает ли сильнейший? И если сильнейший все еще продолжит выживать, скажем так, то в чем будет заключаться эта сила? В гостях у меня Алексей Красиков, психолог. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Людмила. Добрый день. Да, давайте затронем эту такую обширную тему, очень интересную, потому что нас периодически пугают теми, какие профессии отомрут, что будет в будущем актуально. Действительно, как мы выживаем, вот я тут прочитала интересное исследование, что если бы там, ну, точнее не исследование, а такую аналогию, что если бы там 20 лет назад кому-то бы показали человека, который просто идет и разговаривает, люди бы подумали, что он сумасшедший. Сейчас это на самом деле нормально, потому что он, скорее всего, разговаривает по телефону, и у него беспроводной наушник в ухе. То есть, в принципе, все в норме. Или там рассказали бы людям, условно говоря, 50-х годов, да, о том, что можно будет ходить по улице и разговаривать по мобильному телефону, видеть друг друга за там, тысячи километров и так далее. Ну, действительно, аналогия. Да. Как мир стал немножко, скажем так, вот в сторону сумасшествия, что раньше считали сумасшествием, а сейчас это нормально, нормально, скайп нормально, без проводные наушники, нормально мобильная связь, там, нормально поговорить по часам, ну все нормально. Сейчас скорее подумаешь, что сумасшедший, если ты не умеешь пользоваться скайпом. Да? Ну да, да, уже скорее вот это ненормально. Поэтому предлагаю затронуть как раз такую тему, что вот как мы развиваемся, как мы эволюционируем, ваше мнение. Безусловно, тема очень интересная, спасибо за приглашение, потому что она действительно очень хорошо вписывается в тревогу, беспокойство, неврозы и депрессии, не просто о технической эволюционной концепции. Я буду рассказывать о том, чем я занимался 10 лет, да, и что я увидел благодаря вот своим наблюдениям в работе над тревожно-депрессивными расстройствами, и как это связано с эволюцией. Вот вы упомянули Дарвина, и каждый второй клиент или человек, если я спрашиваю, задает этот вопрос: что сказал Чарльз Дарвин? Я говорю: кто выживает? Все говорят: сильнейший. Вот почему-то, я не могу вспомнить, откуда пошла эта ошибка. То ли была опечатка в школьных учебниках по биологии, то ли неправильно было перефразировано, но почему-то половина вот четко говорит, что сильнейший, а другая половина говорит правильно. Дарвин писал, что выживает наиболее приспособленный, а не сильнейший. И он называл самыми приспособленными это вирусы и бактерии, которые приспосабливались к температурам отрицательным, низким и положительным, и к разным условиям, и аэробным, и анаэробным условиям, и так далее. Поэтому это первый момент. И вот на вот этой приспособленности и будет строиться вся концепция эволюции. Потому что все, что не работает, и все, что не приспособлено, отмирает за ненадобностью. И здесь есть и плюсы, и минусы, и вообще-то очень большая тема. Насколько вот этот технический процесс, он помогает нашему мозгу, интеллекту, потому что мы можем диспутировать на тему, хорошо ли вот это тыкание пальцем по монитору, где мы не затрагиваем ум. Потому что если мы с вами вот там в 90-х, когда писали реферат, там, кто такой Пушкин, нам нужно было подумать, в какую библиотеку пойти, записаться, найти книги, прочитать их с карандашиком, помните? Выписать, руками все это переписать или на машинке и принести оформлено. И мы это помнили. Сегодня Google, кто такой Пушкин, нажал кнопочку, и ты даже не паришься. То есть эволюция имеет две стороны этой медали, и многие научные исследования, и вот в Петербурге психотерапевты, и философы исследуют как раз эволюцию как, в принципе, одну из сторон деградации, потому что современные люди очень часто, они, ну, с какой-то степени сталкиваются с такой деградацией ума, а с другой стороны, это хорошо развивает. Но об этом мы сегодня как раз, наверное, будем говорить. Да, я предлагаю как раз перейти к этой теме, разбирать, наверное, начнем с плюсов-минусов, да, вот этой эволюции, потому что действительно очень интересно, с одной стороны, технический прогресс, жить стало легче, да, и на самом деле многие вещи облегчили наш процесс, но с другой стороны, ты постоянно гонишься за тем, что надо что-то успевать, постигать и так далее. Ты не успел к одним там гаджетам привыкнуть, вышли уже другие,
нам-то, скажем так, молодому поколению в какой-то мере сложно за всем этим успевать, а не говоря уже там о наших родителях, которые вообще там только-только освоили там телефоны, да, уже вышло что-то другое, им постоянно еще больше нужно учиться. Да, вы знаете, в 2011 году канал на YouTube, который у меня вот выходил, назывался как раз «Эволюция сознания». И вы очень четко подметили эту тему. Хотя он был посвящен всегда неврозам и тревогам. На мой взгляд, очень много доказывает то, что невротические тревоги – это беспокойство за здоровье, это вегетососудистые проявления, если мы говорим о психогенности – связаны с тем, что мы пытаемся отчаянно отрицать реальность. Вот на планете происходят события. Они происходят естественным путем. То есть планета не спрашивает вас, хотите вы дождя или солнца, или не хотите. Она никогда не будет спрашивать. Есть определенные события. Люди рождаются, умирают животные друг друга съедают. Это естественно. Нет на планете красиво, некрасиво. Там все одинаково. И очень много людей, которые болеют неврозами, по моим наблюдениям, это люди, которые отчаянно не хотят принимать ту реальность, которая происходит. Чьи-то выборы, чьи-то решения. Мы начинаем говорить, нет, ты неправильно думаешь, ты его должен думать, как я. То есть эволюционный процесс и подстройка, на мой взгляд, вот эта гибкость дарвинская, это умение балансировать и адаптироваться к реалиям, в то же время не забывая про собственное развитие и про собственные цели. То есть мы не должны уходить, как говорится, подставляя щеку, да, и что все, что происходит, оно все вот как бы сыпется, и мы вот с распростертыми объятиями. И в то же время мы не должны уходить в некое отрицание всего со словами «нет, как я хочу, так и должно быть». То есть вот этот серединный баланс между объективным принятием событий, в то же время иметь силы и внутренний стержень действовать, это и есть тот эволюционный процесс, который сегодня происходит. А большинство людей говорит, нет, вот не хочу, чтобы это менялось. Вот я хочу рассказать о такой концепции. Вот нашим слушателям будет интересно. Мы когда-то, по-моему, с вами об этом говорили в одном из эфиров. Вот представьте себе, что мальчик и девочка встретились там в 2000 году. Они в какой-то момент совпали. И у них совпали ценности, взгляды, и все было хорошо. Говорит, мы влюбились друг в друга. Нужно понимать, что личность человека развивается путем эволюционных процессов постоянно. Скорость эволюционных процессов развивается согласно тому социуму и той активности, в которой ты находишься. То есть, если ты живешь под Самарой в маленькой деревушке, то скорость изменения твоей личности будет очень низкой, потому что у тебя нет новых людей, у тебя нет новых примеров, у тебя нет людей, которые могли бы насытить твою психику интроектами, как кусочками каких-то подражаний. А если ты живешь в большом городе, если у тебя очень много вокруг примеров, у тебя очень много вокруг кейсов, у тебя очень много вокруг людей, у которых ты сознательно и бессознательно что-то копируешь, то ты развиваешься очень быстро, ты даже этого не замечаешь. И, естественно, если вот эти вот наши мальчик и девочка встретились в 2000 году, и они начинают интенсивно жить, они по-любому поменяются за эти 3 года. Но по-любому. В любом случае, они не будут такими же, как раньше. И в этих изменениях эволюционных личностей будут изменения ценностей, предпочтений и вкусов. И надо это учитывать как естественный ход событий, а не как «ты плохой». Ты изменился. Он говорит, ну да, я же живу, я же не могу вот взять и вычеркнуть из своей жизни все элементы развития. Поэтому вот этот первый тезис, который бы я хотел нашим слушателям, да, пояснить, что нужно понимать, что люди будут меняться, что надо это брать за априорную концепцию, что вы будете с годами насыщаться новыми вкусами. И то, что вы в 2000 году говорили, это вот прям вот самое лучшее. Но вспомните сейчас каждый. Когда вы покупали первую машину, там, первые отношения, все это самое лучшее. Это действительно было лучше на тот момент вашего развития. Но за 3-5 лет вы насытились определенным опытом, и вы поняли, что это далеко не самое лучшее. Кстати, тут же возникает вопрос, точнее ответ на наши депрессии, когда мы что-то теряем, говорим, мы больше лучшего не найдем. Да сейчас, ага. Нет, это на сегодня для тебя это было наиболее оптимальное. Но пройдет какое-то время, и ты поймешь,
что вот то, что ты потеряла там 3 года назад, это было далеко не самое лучшее. Если ты будешь двигаться вперед. Конечно, если ты сидишь дома со словами «моё самое лучшее закончилось», то ты не увидишь новое. Поэтому эволюция сознания людей сегодняшнего поколения на планете – это люди, приспосабливаемые, как гибкость ресурсов и гибкость ума, я бы вот так сказал. Это очень важно. Чтобы эти старые, я не хочу никого обидеть, из советского прошлого убеждения, они являются тормозом для эволюционных процессов. А как тогда принимать вот эти эволюционные процессы? Потому что часто бывает такое, что, ну ладно, там технический прогресс, да, появляются какие-то новые гаджеты, ты не обязан их покупать за ними, там, успевать, следить и так далее. Потому что сначала все гонялись за смартфонами, да, там, выше и выше модели, а потом в какой-то момент стало модно иметь вообще кнопочный телефон, и все снова купили кнопочный телефон, ну, кто вот гонялся за этим, да. Хорошо, мода, как шутят, что там, она каждый раз издает последний писк и никак не умрет. Гаджеты и так далее, но как психологически принимать изменения, например, общества, как меняется мир, какие появляются ценности, потому что одно дело, там, если мы посмотрим, например, время Советского Союза, да, какие были идеалы, как было все, и, например, там, даже если возьмем порог 90-го года, да, потом возьмем сейчас 2018 год, совершенно все по-другому. Как психологически, наверное, принимать вот эти изменения? Угу. По поводу телефонов. Телефон-то все-таки аксессуар. Да. И здесь не нужно впадать в такое вот маниакальное убеждение, что это вот двигатель эволюции. В какой-то степени, безусловно, двигатель эволюции, но так удобный аксессуар. Для кого-то он удобный, для кого-то он модный, для кого-то он статусный. То есть каждый наделяет продукцию известных компаний, да, собственными невротическими задачами. Кто-то доказывает, что он модный, кто-то доказывает, что он технологичный, кто-то доказывает, что он там не отстает от других. То есть каждый вкладывает свое. Кому-то просто прикольно, потому что это коллекция, там он любит эти гаджеты, ему просто фанатично интересно. Кто-то это делает за статус. А то, что многие мои клиенты из определенной сферы, скажем так, действительно имеют кнопочные телефоны, это связано исключительно с вопросом безопасности. Это исключительно. Поэтому, наверное, это такая мода именно из этих кругов, скажем так. Потому что когда они сдают телефоны, в основном там на этой подносе кнопочный телефон. Вот. А по поводу общества. Вы знаете, Людмил, мы все-таки родились в Советском Союзе. И вот это коллективное сознание, коллективные шаблоны, они до сих пор в нас отголоском вот находятся. А эволюция и вообще планета, она, как вам сказать, каждый человек уникальный. И каждый имеет право на свой вкус, на свой выбор в рамках страны пребывания, где есть закон. Все остальное является его выбором. Все остальное является его решением. И общественные какие-то моменты, я бы не говорил о том, что есть общество, которое как-то меняется. Скорее мы идем к тому, что каждый становится феноменом. И сегодня на планете ценятся неограненные бриллианты. Это метафора, да, можно им быть бриллиантом, но быть очень правильно заводски ограненным. Ты вроде бриллиант, но ты скучный. Ты говоришь правильные вещи, и у тебя правильные грани, у тебя очень правильный под микроскопом, там все срезы, все хорошо. А если вы посмотрите реальные им глаза, Инстаграм, Ютуб, да, вот эти все естественные вещи, кто у нас сегодня в лидерах? Это неограненные самородки, которые там до заводских граней очень-очень далеко. Но они безумно популярны, потому что люди устали от вот этих вот навязанных правильных шаблонов. Сегодня в тренде это самородки. А каждый из нас является самородком. Просто одни себя ограняют в какие-то вот рамки правильных граней, а какие-то говорят, я вот естественный. Тут, конечно, не нужно вдаваться вот в такой нигилизм со словами «я естественно, где хочу, справлю нужду», да, ну, не в такой вот как бы крайности, потому что это все-таки больше уже немножко другой концепции, а вот именно
знаете, вот иногда встречаешь человека, и вы говорите, она такая интересная, она такая настоящая, и всех почему-то цепляет слово естественность, настоящее, открытое. То есть мы настолько, неужели мы настолько живем в ужасном, жили в ужасной концепции, что для нас открытые, свободные, настоящие люди являются феноменами. Мы говорим, вау, это с тобой так интересно. И вот здесь возникает самое большое такое разочарование, что когда, и обратная сторона есть, когда ты настоящий, открытый, честный, искренний, вот без всяких вот этих шаблонов, тебе говорят, какой ты странный. Тут нет, у тебя нет ограненных вот таких вот моментов. Ты что-то какой-то, ты извращенец. Ты говоришь то, что думаешь, а не то, что принято. Да, говорить. Ну, есть, конечно, понятие, что не нужно рубить правду матку, потому что тогда это будет как бы перекосом, потому что можно где-то промолчать, да, где-то можно что-то. А в целом вот на планете сегодня ценятся именно вот естественные люди. Мы за ними прям как за полубогами бегаем в социальных сетях, потому что мы не можем понять, как это нас это цепляет. Поэтому и во всех сферах жизни это цепляет. То есть я думаю, что вы вот упомянули социум, я думаю, что в социуме все-таки будут развиваться именно личные качества, где мы будем видеть, что каждый человек будет, знаете, как вот в Вавилоне, каждый человек имел какую-то профессию. Вот кто-то был там мастер кожаных изделий, кто-то там был виноделом, и каждому ходили, да, и что-то меняли товары там на какие-то бартер. Я думаю, что мы идем к тому, что каждый все-таки будет специалистом в своей сфере. Вот прям вот очень хорошим специалистом, и это будет именно кто ты, я там плотник, кто ты, я там винодел, а не то, что кто ты, экономист, что ты делаешь в компании, ну, я не знаю, там печать ставлю, что-то мы там делаем, что ты там делаешь, непонятно. То есть мир идет к тому, что называется личность все-таки. И я бы нашим слушателям рекомендовал ставить ставки именно на поиск ответа, в чем мои способности. Тогда что будет помогать адаптироваться в плане личности, если мы рассмотрим эту тему более подробно, да, потому что личность, психологи очень много концепций приводят. Мне просто заняться нечем. Да, от того вообще, когда рождается личность, каждый ли человек личность, 25 признаков личности и так далее, и так далее. Если копнуть в эту тему, да, то, наверное, если сейчас вот не углубляться во все вот это, а просто понять в индивидуальности, да, о чем вы говорили, в личности, вот в этом, какие качества, может быть, будут помогать людям адаптироваться, потому что, наверное, все равно не каждый человек может ответить вот так вот сходу, там, что ты хочешь даже, просто вот в жизни, что ты хочешь. Вроде там сначала как-то в 20 лет там понятно, хочу машину, квартиру, там, хочу, 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 потом ты этого достигаешь, чего хочу, ну, не знаю, дальше там поиск духовного, поэтому вот в плане, если личности, индивидуальных качеств, то какие будут помогать дальше адаптироваться? Угу. Ну, тут на первое на ум приходит пирамида Маслоу. Я думаю, она никуда не денется, просто она немножко трансформируется. Сейчас я об этом скажу. По поводу вот психологов, про эволюцию. У нас до сих пор есть психологи, которые достаточно дипломированные, но при определенных простых невротических жалобах они все еще рисуют животные с клиентами. Вот они как в 90-х рисовали животные, знаете, с клиентами, вот они до сих пор с паническими атаками рисуют, простите, этих животных. Поэтому там тоже эволюция еще не до всех дошла. Вот. И то же самое касается медицины. Что касается качеств, прежде всего, это эмоциональный интеллект. Это вот тот тренд, который будет сейчас выходить на первое место даже вместо общей психотерапии. То есть вот эти стандартные архаичные школы, динамические школы, юнгианские школы, ну, фрейдистские, динамические, юнгианские, аналитические все, они потихонечку-потихонечку трансформируются в одну единую такую полигамную, интегративную, мультимодальную концепцию, которая называется эмоциональный интеллект, где нету какой-то привязанности к одному направлению.
По поводу личности, это вот управление собственными эмоциями, где вы не придаете слишком большую значимость, не очень сильно отрицаете. И вы умеете понимать людей, их причинно-следственную связь поведения. И второе – это гибкость. Да? То есть это именно гибкость к тому, что может на планете меняться всегда. То есть выживать будут те люди, которые будут уметь подстраиваться под изменения. Уволили? Жаль, обидно, давай думать. Не получилось? Окей, жаль, обидно, давай думать. То есть это люди будут, которые будут уметь, как микробы, подстраиваться, потому что сейчас шаг эволюции будет очень сильно ускоряться. Он будет настолько сильно ускоряться, что вам придется очень быстро менять планы и уметь подстраиваться. Поэтому выживать будут именно вот эти люди. Кто-то будет убегать, потому что они понимают, что они не успевают. И они назовут это просветлением где-нибудь на юго-востоке Азии. Да ты свалил просто. Ты просто не можешь адаптироваться в этой среде. Мы не говорим о том, что это плохо там или хорошо, но знаете, когда вот эти люди, которые не умеют адаптироваться в социуме, которым тяжело в этом социуме, уехали на юго-восток, сидят под своей пальмой, едят фрукты, где каждый круглый год плюс 35, едят фрукты и овощи, потому что там аппетита нету на что-то тяжелое, у тебя постоянно тепло. Они говорят, вы знаете, вот как хорошо не есть мясо, как хорошо не есть это, как вот мы тут сидим под пальмой, у нас вот просветление. Я говорю, слушай, я говорю, ты вот в минус 35 в Уренгой куда-нибудь слетай там в январе, я на твое просветление очень хорошо посмотрю, и как ты там будешь себя чувствовать. Поэтому, или там поработай в этих условиях. Поэтому тут надо понимать, что эволюция – это не бегство, это не дауншифтинг. Дауншифтинг и просветление – это вообще не одно и то же. Термин просветление, ну, вообще такой высосанный из пальца. Это больше способность, вот, если взять историю буддизма, человека жить в балансе. Помните вот эту классическую метафору? Если струну натянуть слишком сильно, она порвется. Если слишком слабо, она не будет звучать. Вот это и есть метафора той середины, которую люди никак не могут нащупать. И сейчас качество это будет... Еще я бы выделил, знаете, такую дипломатию. Потому что нужно уметь будет подстраиваться под то, что люди все разные, их всех бомбит по-разному, вот эта скорость изменений, потому что они привыкли, там, муж, жена, ребенок, лабрадор, рыбка, там, попугай, кеша, а мир уже давно не про попугая, кешу и не про мама, папа, я. Мир давно про социальные сети, про развитие, про это, про то, да, мы вместе, давай, там что-то не получилось, окей. То есть мир настолько изменился, а мы все еще как заблудившись экспедиции. Вот я провожу много семинаров там и для женщин, и для предпринимателей, и для просто людей. Иногда действительно заблудившись экспедиции. Откуда, из какого леса ты вышел? Но это же неправильно. То есть люди с такими убеждениями, как будто вот они действительно вчера родились в Советском Союзе. И они удивляются, почему им плохо, они не могут адаптироваться. Я говорю, а что тебе мешает пойти познакомиться в социальную сеть? Как? Вы что? Я что, похожа на падшую женщину? Это неприлично. Я говорю, слушайте, Фейсбуком пользуется там вся планета, там миллиарды. Нет, это плохие люди, это неприлично. Я буду считываться как легкодоступная. Потому что все же на меня смотрят. Я говорю, где вы планируете встретить своего мужчину? Он говорит, ну, он меня найдет. Я говорю, а каким образом? Ну, он почувствует, что я живу на 5-м этаже, 80-й квартире, надо повернуть налево и 3 раза постучать в комнату. Поэтому вот чем жестче убеждение, чем больше отсутствие гибкости, тем хуже они себе делают. Потом они приходят еще на это, жалуются, говорят, помогите мне, у меня что-то как-то это, невроз. Я говорю, что вы делаете для того, чтобы жить в балансе со своими желаниями, со своими потребностями? Нет, это желание плохо, потребности плохо, это все не нужно, это все плохо и так далее. Я должна жить правильно. Я говорю, понимаете, что вы взяли свои шаблоны из несовременности. Эти шаблоны вы взяли в том мире, в котором уже давно не работает. И они пытаются упорно впихнуть то, что не работает, в реальность. Это то же самое, что одну вилку пытаться сувать в другую, если у вас европейская и вот азиатская вилка. Они же не подходят. Вы вот сидите и плачете возле розетки. Там разъемы разные. А вы рыдаете, говорите, помогите мне, я заболела. Я говорю, ты не хочешь разъем поменять, как бы, ну, на более подходящий? Ничего, да.
Она говорит, нет, если я возьму переходничок, это значит, что я слабая. Угу. Это значит, что я вот плохая. Это значит, что я проиграла. Это значит, что я вот такая-то и такая-то. Ну, это, получается, старые навязанные убеждения кем-то, потому что, наверное, человек рождается, все равно он как, ну, развивается с... Вот если мы нас, ну, детей, да, которые сейчас рождаются, там, посмотрим, все равно они уже родились с этим интернетом, с гаджетами, угу. там, со всеми делами, да, с соцсетями, угу. С тем миром, какой он есть, и получается, что если... Мы же им не можем, точнее, можем мы им, конечно, что-то навязывать, да, но получается, что все равно, если ребенку нету каких-то внешних давлений на него, нет никаких внешних убеждений, родители там не пытаются насадить, чтобы это глубоко засело в ребенка, именно что там принц, он выглядит на коне девочкам, да, там и так далее, вот, то получается, что, наверное, тогда адаптация будет легче проходить, потому что у него будет фокус на поиск новых трендов и понимание, как мир меняется, ну, хотя бы просто чувствование, как он меняется, чем угу. вот эти убеждения, с которыми, получается, надо работать, чтобы их убрать, и угу. без неврозов, да, или сократить количество неврозов по отношению к миру. Я с вами абсолютно согласен, это метафора пластилина. Угу. Потому что все неврозы и все вот расстройства, они как раз идут на стыке естественных вещей, либо изменений, либо решений, которые надо принимать, которые являются естественным ходом либо эволюционных процессов, либо событий на планете, либо событий с людьми. Это и правда, это реальность. А вторая часть – это убеждения, которые не дают нам возможность подстроиться под реальность. Вот просто я хочу, чтобы наши слушатели это поняли. Вот просто ситуация, там, человек передумал, человек умер, человек там перехотел или не захотел, неважно, неважно что. Вот это событие, оно естественно. Задача человека подстроиться под это, со словами прожить это, со словами отреагировать, то есть не подавить, а отреагировать. Мне жаль, да, действительно, но так бывает. Какие будут планы, будем так-то, так-то, чему я могу научиться из этого опыта. Взял, опыт себе взял, планы составил, пошел дальше. Вот это было бы естественным, и неврозов бы там не было никогда. Но наши же люди что делают? Они сталкиваются с естественным событием, знают часто, как можно поступить, но сами же потом осуждают эти варианты развития событий. То есть они уперлись в стену, они понимают, что стену можно обойти слева, справа, сверху, подкопать, разбить. Они говорят, нет, вот если я обойду стену справа, это плохо. Если стену слева, это вот как-то не по-мужски. Если сверху, это не по-женски. Если снизу подумаю, что я какая-то хо-хо-хо, плохая. Если я попрошу кого-то встать, я через кого-то перелезу, это вообще не дивни. То есть люди сами своими же вот этими убеждениями не дают себе развиваться. Вместо того, чтобы отреагировать и идти дальше, они сидят у стены, сели. И дети, вот, о которых вы упомянули, они уже действительно рождаются другими. Родители не могут понять, кто это. Они им пытаются навязать старые шаблоны, которые они у бабушки и дедушки взяли. Дети на них смотрят и говорят, мам, ты чё? Что это? Чё с тобой? Ты откуда? И они, конечно же, и очень часто возникает конфликт отцов и детей. Потому что современные дети, они другие. Все, что рождается после 2000 года, оно уже другое. У них уже склад мышления именно такой пластилиновый. Очень часто мы видим в это для нас странные вещи, потому что они как бы неопределенные, они какие-то кажутся нам легкомысленными, они просто другие. Можно тут диспутировать о том, как их сохранить в неком балансе и в неких рамках, но опять же выживет наиболее приспособленный. И если ваш ребенок найдет себя программистом, который будет делать великолепные программы, а вы хотели, чтобы он стал там, я не знаю, там, экономистом и работал на заводе с утра до вечера, там, или рабочим на заводе, ну, почему он должен соответствовать вашим убеждениям, если у него другие таланты? И вот здесь же я бы хотел как раз вот затронуть тему убеждений, которые мешают принимать решения, потому что современная эволюция будет диктовать вот эти вот изменения. А если мы будем сами осуждать
пути решений в разных событиях, мы будем препятствовать своему развитию. В этом и есть гибкость. То есть гибкость – это способность нам видеть пути решения в разных изменениях на планете. Угу. Ну, получается, еще вместо отрицания постоянное размышление и анализ. Да. Не убегать, быть гибким и думать, и анализировать. И очень важно, вот сейчас вот в голову пришло, ну, это не сейчас, а вспомнилось, это быть честным с собой. Угу. Нас очень-очень запрограммировали вот историю про подавление. Это касается сексуальности, это касается свиданий, это касается отношений, это касается семьи. Огромное количество женщин имеет депрессию, потому что у них здесь есть метафора. Столько-то лет равно. И должны быть определенные там галочки, как в армии, знаете, там это есть, это есть, это есть. Если 35, все, вообще пипец. Современная реальность диктует немного другой подход, мягко говоря. Современный институт семьи на планете уже другой. Он уже другой. А мы пытаемся его впихнуть в старые некие шаблоны относительно возраста, количества детей, количества мужей и его наличия, наличия паспорта, штампов, наличия мальчика и девочки, и лабрадора. То есть современная женщина и современные мужчины и современные отношения, которые будут на планете развиваться в ближайшие 30 лет, это личности. Это партнерские отношения личностей, а не обязательства в том смысле, что шаблоны, как оно должно быть. То есть женщина эволюционировать будет путем становления себя и своей самооценки как личности. И у нее рядом будет мужчина, который тоже личность. И они будут партнеры, которым очень хорошо вместе. Потому что очень долгое время у нас была концепция, что женщина должна страдать. Она должна сидеть дома, муж должен работать. То есть женщину очень много лет ставили в позицию зависимости. Этот атавизм сейчас будет отмирать как копчик, как вот хвост у нас, да, он будет отмирать, женщины будут, ну, мы уже это видим, да, что женщины потихонечку, они меняют позицию, и мужчины, соответственно, к сожалению, тоже, ну, честно сказать, я не знаю, обидятся ли мужчины или нет, но мне кажется, женщины эволюционируют гораздо лучше, чем мужчины сейчас. Как-то по моим субъективным, может быть, ощущениям, это, может быть, мои проекции, это не исследование, что как-то женщины, они более динамично меняются. Почему-то мне кажется, что мужчины, они куда-то идут в какую-то другую немножко сторону. Это касается европейцев, это касается отсутствия демографии в Европе, однополых браков, ничего не хочу сказать плохого, это их право, мы поддерживаем их точку, мы их выбор поддерживаем, но эволюция мужчин и эволюция женщин, она немножко разная. Женщины встают на ноги, а мужчины как-то присаживаются, причем непонятно на что периодически. Поэтому вот тут тоже есть тема диспута. Да, наверное, это такая очень философская тема, что же будет. Но, как всегда говорят, что время покажет, да, что в итоге из этого получится. Мне кажется, российский менталитет, он все равно развивается каким-то своим образом, да-да, потому что за все время эволюции у нас не получилось взять конкретно европейскую модель, конкретно азиатскую модель, у нас получилось что-то среднее, местами оттуда, местами оттуда. А знаете, что я сейчас подумал вот по поводу мужчин и женщин? Я думаю, что долгое время в России было принято, что мужчины сверху, на этой горе, а женщина где-то там будет снизу, то есть она тянет больных и убогих, она сидит дома, ничего не делает, она, значит, в зависимом положении по финансам, в зависимом положении по быту. А современные реальности открылись так, что те, кто были на вершине горы, были настолько не готовы и настолько уже приелись, а женщины просто им как отмашку дали, они побежали на эту гору и просто скинули оттуда мужиков в этом смысле. Поэтому я думаю, что они, женщины, просто десятилетиями терпели отмашки, когда же им дадут встать на ноги. Поэтому современные девчонки, они очень такие, палец в рот не клади, они скажут: я личность, давай, ты как бы покажи, что ты себя представляешь, а потом я уже подумаю. Мне кажется, здесь, наверное, больше возобладает то, что сейчас ты не боишься высказывать свое собственное мнение, если оно у тебя есть по тем или иным вопросам. Потому что, например, если мы там возьмем некоторые советские фильмы, да,
где женщины точно так же занимали руководящие посты и так далее. В принципе, если мы будем смотреть там от и революции, то, что было до революции, да, когда женщины занимались хозяйством, то, в принципе, было, конечно, без мужчины было сложно, потому что невозможно там делать какую-то мужскую работу, там, когда было крепостное право, да, крестьяне все равно, как бы, все равно были мужчина и женщина, то есть это такой очень сильный тандем и очень сильный союз, и, в принципе, если мы разберем, я не говорю там сейчас про весь мир, да, но российскую ситуацию, то, что было в России, это было все равно такое, как бы, сохранялись браки обязательно, потому что по раздельности было сложнее, чем вместе. Да. Схема выживания на тот период на планете, в том регионе. Да. Да, они договаривались на одном уровне. Потом в Советском Союзе, да, были одни насаждения, там, разведенка это плохо, там одна даже, с детьми... разводы наказывались, или даже там сколько, 3 месяца они думали. Да. Да-да-да, давали время подумать, там, одна с детьми это плохо, 25 лет ты уже не, ты еще не замужем, ты старая дева, и так далее. Да, надо рожать, рожать, рожать. То есть люди все равно договаривались на каком-то другом уровне, потому что уже все могли зарабатывать. Сейчас, мне кажется, такое время, когда уже вот это материальное, оно отходит на другой план, и больше будет именно договариваться, опять же, мне абсолютно кажется. Верно. А вот это вот, ну, просто уже на более высоких уровнях, да. Когда я человек, ты человек, какие модели семьи ты видишь, как ты видишь меня как жену, как я вижу тебя как мужа, и это, мне кажется, будет эволюция как раз с точки зрения... На равных. Да, на равных, потому что заработать не проблема, если есть желание, если там действительно прилагать к этому усилия, и особенно если там цели вместе сойдутся. А, поэтому мне кажется, что вот договариваться тогда, да. И слушая там наш эволюция, разговор. Эволюция на равных – это вот как раз очень хороший тезис. И, наверное, последний момент, которым я бы хотел закончить здесь, это то, что из Советского Союза вот многие в современную реальность переносят убеждения, которые абсолютно архаично. Оно не выдерживает никакой критики в современной реальности, но многие наши клиенты, я же работаю по всей России, да, то есть не только вот в мегаполисе, то есть у меня, ну, приходится слушать со всех регионов. Если он уйдет, или если я потеряю эту работу, или если я там разведусь, или там он там уйдет, или она, я останусь одна. Я говорю, ты сейчас серьезно? То есть ты хочешь сказать, что в 2017 году ты останешься одна, если этого человека не будет. Я говорю, давай посмотрим объективность. То есть люди игнорируют современные реалии. То есть я к чему? Вот мы про Советский Союз говорили. Раньше действительно люди понимали, там же не было социальных сетей, видеосвязи, конференций, путешествий. Они действительно искренне веровали в то, что вот если там, там Николая не будет, все, он единственный на заводе. А на десятке, говорю, ну на заводе больше особо и нету. Они передвигались там, завод, дом, гости, библиотека, клуб, да, они действительно в это верили. И вот этот атавизм, что я останусь одна, плюс еще вот эта детская травма, где родители много работали, ребенок был один дома, вот этот страх остаться одной, он является, опять же, объяснением, почему она не принимает решения в реальности. То есть, когда реальность тебе говорит, меняй решение, иди дальше. Нет. А вдруг я останусь одна? Ну, так реальность же такова, что тебе, кто мне стакан, помните этот, вот, да, кто мне стакан принесет воды? Я говорю, открой в социальную сеть, ты видишь миллион людей, кто тебе стакан, иди выбирай. Нет, если я буду выбирать, это как-то плохо. То есть, люди напрочь игнорируют современные реалии, что стакан ты будешь выбирать, кто тебе принесет. Но то, что вы говорите, что надо договариваться. Уважать друг друга и двигаться вместе вперед, взявшись за руки, а не помыкать, кто должен сидеть дома, кто не должен, кто должен это, кто должен. Уважение и взаимное уважение и обязательства друг перед другом. Тогда вы будете вместе развиваться. Вот опять же, есть один сериал американский, он там спорный, он про политику. «Карточный домик»? Да. И там вот как раз вот эта пара, она транслирует... Мы не будем говорить, там, хорошие они или плохие, просто натранслируешь такой тандем двух людей, которые являются личностями. Угу. Как они друг с другом договариваются.
будут. Это касается и секса, это касается и карьеры, это касается отношений, это касается всего. А как тогда будет происходить поиск себя? Потому что все больше и больше будет меняться. Как искать себя? Сейчас-то сложно. Очень важно здесь. Да, это хорошо, что вы это спросили. Потому что вот в эволюционных процессах, которые сейчас будут происходить, никоим образом нельзя вцепиться за старый шаблон под названием стабильность. Не будет у вас стабильности. В ближайшие 25 лет на планете стабильности не будет. Будет настолько быстро все меняться, что тебе нужно уметь понимать, что ты должен пробовать. Пробовать не потому, что ты должен просто меняться, а потому что в этой череде опыта ты найдешь то, что внутри тебя является неограненным вот этим вот элементом. То есть я убежден на 100%, что в каждом человеке есть вот этот неограненный элемент под названием самородок. Просто вопрос в том, что кто-то до него доходит, а кто-то до него не доходит. Потому что кто-то делает из себя ограненный камень, потому что сказали, вот мама сказала бидончик, и он пошел на завод. А кто-то пробует, то есть он ищет, крутит, и благодаря опыту и благодаря эволюционным процессам он раз говорит, вот это мое. Я кайфую. Да. То есть, и когда человек, то есть рекомендация очень простая, не бояться пробовать. Убрать шаблон, если я закончу, это плохо, если я там это прерву, что, 4 года зря потеряла, да не зря. Это опыт, иди дальше. Там, поняла, что все, иди дальше. Понял, что что-то надо менять, меняй. И вот тогда вы за этот вот момент, и в этом моменте найдете то, что вы хотите. А старые вот люди, которые будут вымирать за атрофии, они будут цепляться в какой-то шаблон, хвататься за некую стабильность, хвататься за некие правильные концепции, и они просто будут невостребованными. Их потом роботами заменят. Говорят, что роботы, ну, как бы мы, есть же парадигма, да, что преобладает ли искусственный интеллект и роботы над человеком, что в какой-то момент, ну, как бы рассуждают сейчас о том, что, может быть, наступит тот момент, когда роботы возьмут верх над человеком, но вот как раз... противовес этому элементу, то, что пока роботы не научатся эмоциям, они не смогут перебороть, скажем так, человека. То есть они будут подчиняться дальше человеку, потому что человек — это эмоциональное существо. Вот пока у роботов не будет таких же эмоций, а они будут действовать исключительно на алгоритм. Это единственное, что сейчас это останавливает. То есть не приведи что-нибудь, чтобы на планете была изобретена технология, имитирующие эмоции, потому что тогда мы действительно сможем получить очень сложное существо, которое имеет в своей структуре высокоточные алгоритмы с наиболее оптимальным решением, плюс еще с погрешностью на эмоции, то есть оно будет максимально приближено к человеческому. Что касается перспективы, я думаю, что это будет развиваться. И сначала я думаю, что мы увидим роботизацию оплаты, все, что касается денежного оборота, будет документативного оборота. Затем я так думаю, что мы увидим роботов в принятии решений, в оценке технологий, стандартизации. Затем, я думаю, что максимально, куда они дойдут, это до руководящих постов, где нужно будет взвешивать KPI и взвешивать пути развития, исходя из анализа данных. Наверное, это будет точка максимум. Ну, как говорится, поживем увидим, время покажет. Наша программа, к сожалению, подошла к концу. Очень интересный разговор получился. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Психолог и я». Я ее ведущая Людмила Швейбович. А в гостях у меня был Алексей Красиков, психолог. Мы говорили про эволюцию сознания и вообще эволюцию, как все будет происходить. До новых встреч. Всего доброго.